Привет всем. Компании Seven Motors, Вове. Мы делаем обзор Chevrolet Cruze, который пришел от компании Seven Motors. Как вы видите, машинка на белорусском учете, стоит в Гродно на учете. Получили мы ее после Нового года, то есть в этом году, весной. Долго ждали очень ходовой огонь, поэтому не снимали видео долго. Как бы с Seven Motors мы не работали никогда, первый раз. Все прошло очень хорошо, без всяких подводных камней. Поэтому в последующем будем опять же с ними сотрудничать. Вова всегда все рассказывал, подсказывал, как лучше сделать. Поэтому никаких вопросов по работе нет. Все прошло очень гладко. Думаю, вот такой вот Chevrolet Cruze мы получили. Кожаный салон. Все красиво. Вообще изначально думали машину сделать и продать, но решили оставить себе дальнейшее пользование. Потому как оказался очень хороший экземпляр. Поэтому вот такой краткий обзор. Всем спасибо. Компании Seven Motors, особенно Вове, за, скажем, терпение, потому что немножко пришлось повыносить ему мозг, грубо говоря. Вот такая машинка. Всем бай!